Re, viss ēters ir te! Во вторник, 11 июня, в Латвии ожидается теплая, местами жаркая погода. Ночью будет облачно, но без осадков. Ветер слабый, восточный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Столбики термометров на западе покажут плюс 16, на востоке плюс 15, плюс 17. В центральной Латвии до 18 градусов выше нуля. Утром преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается сильная гроза. Порывы ветра во время ливня могут достигать скорости 15-19 метров в секунду. 11 июня во второй половине дня будет жарко. Слабый юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 26 на западе Латвии, на востоке и центральной части плюс 27, плюс 31. В Риге во вторник жарко. Воздух прогреется до 27 градусов. Ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ближе к вечеру столбики термометров поднимутся до плюс 30. Осадков синоптики не прогнозируют.